Всем привет, друзья, с вами Маламадрас, и встречайте третью серию выживания Тополя и Громова в игре Last Island Survival. Это, можно сказать, мобильная версия игры Rust. Я, правда, в ПК что не играл, но, как говорят, что очень много чего похожего. В первых двух частях мы, так сказать, знакомились с игрой, но вот в прошлый раз мы уже построили довольно-таки неплохую базу, и сегодняшней нашей задачей было исследование новых территорий. Ну а вы устраивайтесь поудобнее, обязательно прожимайте лайк этому ролику, если вам подобная рубрика нравится, и, конечно же, подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра. А также хочу еще вам сказать то, что мой напарник Райс, он же Громов в этом выживании, также снимает эту игру у себя, так что обязательно переходите на его канал, у него уже серия тоже вышла. Подписывайтесь и передавайте от меня привет. Нам сейчас надо... У нас все, у тебя с собой ничего ценного нет, правильно я понимаю? Серу надо куда-то скинуть. Так, вот серу сюда, я же сказал, вот смотри. Видите, резистивный кабель еще надо куда-то скинуть. Смотри, вот и, загляни сюда в ящик, посмотри, что там лежит, вот это можешь туда скидывать. Вот эти вот, ну, форма и молотки вообще выбрасывай, их перерабатывать надо. И мусор. Ну, в принципе, все вроде как ценное, все скинуло. Так, ну здесь у нас хватит печи на... Не знаю, насколько нам тут хватит, надолго хватит. А здесь нам хватит... Тоже надолго, я думаю, хватит. Хотя нет, здесь надо бы где-то 1000 здесь. Главное, чтобы хата не сгорела, понял? Так, а это сюда. Погнали. Не, слушай, у нас вообще топовая база, мужик. Прям вообще. По-любому. Ну все, погнали. Завтра ее не будет, конечно. Да ладно. Будет она. Она ее не будет, потому что мы, походу, что-то неправильно поняли. Я, кстати, даже запись посмотрю. Мне кажется, мы что-то неправильно. Там, по-моему, ее зарейдили, по-моему, раньше, чем она исчезла у нас. Мы там что-то с тобой подсчитывали, не подсчитывали, что-то. Ну, ее просто зарейдить было 3 секунды. Вот в чем проблема. Так, а мы сейчас куда двигаем? Ну, в какие-нибудь зоны на поиск эти. Может, зря я свои детали скинул, их можно на трейд-зоне было обменять на карту. Мы ее можем найти, эти штуки, быстро. Ты просто, ну, находишь всякий хлам, после этого ты перерабатываешь этот хлам. Давай пойдем лучше на Абадон от Factory сверху, которая находится без радиации. Давай, давай. Еще я респиратор свой оставил там. Так, а респиратор мы так и собирались же оставить, а потом ладно, пойти ладно. Вместе просто. А то я могу просто все это потерять сейчас. Ты и на себе потеряешь. Если ты выйдешь из игры, тебя убьют все равно. Какая разница? Тоже каменная база, смотрю. Сосед наш какой-то. А там лежит чел сзади каменной базы, если что. У них печка Октав. Работает. Что, Октав? Блядь. У них печка работает, у них база разбитая, слышишь? У них зарейженная база, иди сюда, мужик. Сейчас иду. Тут просто иду. Куча ящиков. Тут куча ну, всего ладно. Бомбы забираем, чувак. У них тут просто лежат, люди отдыхают. И у них забирай все, что ты видишь. У них бомбы, канистры, всякие чертежи. Подходи. Капец, у них тут ресурсы. А как их подрейдили? Я что-то понять не могу. Я вот тоже не понимаю, но как-то делают ребята, умельцы. О, охренеть, я понимаю. Чесак, брат. Бери все. Хороший топор тут есть. Вот это я прям ждал. У них куча отличных слитков. А ты где? А вот ты где? Тут еще я, да, брат. О май гарибел. Так, давай я ему скину всякое говно ненужное. Прикинь, сейчас просыпаются. Мы сейчас их еще их самих подчистим. И трахнем сейчас их, конечно. Да, вот, кстати, шестерня. Так, ты пока чисти, а я трахну сейчас пока. Чисти, а я трахну. Нормально, типа, давай. Мне интересно посмотреть, сколько у него там всего. Бедолага, она же так же могут чпокнуть, кстати. Запросто. Ну, у него ничего. О, 800 слитков. А, ничего. Это вообще говно. Так, а в печи что у них? О, у них в печи хорошие слитки. Эти, ой, сера. Пацаны, спасибо. Извините, пожалуйста, но вот это вот такая жизнь. А, я... как мы зашли? А... Вот так. Это был баг, ты хочешь сказать? Ё-моё. Вот так мы и зашли. Я вот так и зашел. Охренеть, не было шкафа, походу, не было, он теперь есть. Тут чел, у нас! Чел. Дал один раз. Нет, не дал. Дал, хорош.
А, я его очень помню. А что нам делать теперь? Бомбой надо как-то разрушать что-то, а как вообще? А мы бомбы свои скинули на базе. Нет, а я у них на одну нашел. Нам надо как-то разрушить напольный шкаф. А как это сделать? Блин, это грустно. Жесть, а я думал, что мы типа крутые, а мы, оказывается, попали как-то через баг. Да не, по-любому можно как-то пройти. Я его спальник убью сейчас, подожди. Да, кстати. Чтоб он тут не появился. Можешь помочь мне, он очень да. долго убивается. Он один здесь еще при этом. Охренеть, а как это так вы... А, слушай, так мы сейчас через пол уедем. Пол дубась. Пол дубась, чувак. Думаешь? Да, конечно. Вот здесь пол... мы так долго будем. Ничего... Так, стой, дай я одну бомбу... Отходи, отходи назад. Отходи назад в противоположный угол. Блин, сейчас умру, сейчас умру. Отходи, отходи, отходи сюда. Ничего не слышу. Да, нет. А, фундамент немножко покосился. Подожди, у них что-нибудь еще есть, что можно использовать для этого? Ты сундук, кстати, разбил один. У них еще здесь комната, кстати, смотри, у них еще здесь комната. Да, это, возможно, главный вход. Дум... Мы же здесь главного вошли. Да, да, точно, точно. А что нам делать? Нам вот потолок либо дубасить? Слушай, а потолок, по-моему, хорошо расходует вообще, но мы на него не заберемся, наверное. Не, давай да. бить фундамент, вот, который фундамент. Ну а что делать? Стоп, стоп, а может заберемся, подожди. Такая... Не, мне кажется, ты не заберешься. Не, он так же, он столько же срубает. Погнали через фундамент. А мы выберемся через пол? Пол да, на уровне земли? Не, разве? Да. У шкафа пол хп, кстати, осталось. А его можно бить? Его, видимо, надо бомбой. Еще, еще. Блин, больше нет мне... бомбы? Нет. А чем его дубасить надо? Подожди, я с пистолетом. Нет, нихера вообще. Mm-mm. Молотом, говорили, надо дубасить. Сейчас вроде бы. Так, панель. Сейчас, подожди. О, шкаф. Да, шкаф да, молотом, молотом. Фух. Хорош. Слушай, мы можем просто поставить шкаф, эта база будет нашей. Но нам ее задержать, геморрой. Нам она не нужна. Блин, чувак, сорян. Но я думал, что его зарейдили, а получается, что мы его зарейдили. Слушай, будет хорошее название для видосика. Зарейдили чего-то. Вообще, ну вот так вот мы и зашли. А я зашел, смотри. Со шкафа дропнулась куча слитков всяких. Я забрал их. Я не вижу. Мы зашли, хорошо. Не было шкафа, он был прозрачный. Не, ну у него вот эта дырка здесь была. Она виной всему. Все, погнали. Бинты на всякий. Слушай, нам надо на базу вернуться, мужик, теперь. У нас столько ресурсов, погнали. Давай. Капец, я знаешь, сколько у него слитков хороших, ну, идеальных, 90 стырил. 1800 обычных слитков, 200 патронов, пушка СМГ-ха у меня, представляешь? Угу. Мы можем, кстати, пойти залутать этих бомжей. А, пушку тоже у него забрал? Ну, она лежала у него, да. Да уж, жалко паренька. Но игра так устроена, что здесь постоянно кто-то кого-то рейдит. Правда, ему не повезло, что почему-то часть его стены отсутствовала. И мы, можно сказать, просто так в нее зашли. Но что поделаешь, зато теперь у нас стало гораздо больше материалов. И мы вернулись на базу, чтобы все это сгрузить. Так. Кто-то бежит, кто-то бежит. Это я. Нет, нет, рядом с нашей базой чел бежит. Вот куда я смотрю, смотри, вот он, да-да-да. Вот он, дерево. Пошли вы. Это бот, возможно, кстати. Да, кстати. Чё-то он какой-то крутой. Хорош. Не, это бессмертный шахтер. Зря патроны потратил. Да, похер, у меня их много теперь. Капец, из него много чего. Слушай, возьми. Да. А, у меня не хватает на шприц места. Да хрен с ним. Да, наверное. Конечно, шприц, говорят, это типа клёво. А я кость, слушай, выкину просто. А у нас одна стена не улучшена, ты в курсе почему? Какая одна? В смысле? Улучшить. Все, я улучшил. Потолок у нас один деревянный был. Да ладно, ну ладно. Да. У меня теперь куча патронов, мужик. Только я СМГ, я не знаю, брать ее с собой. Хотя какая разница, где бы мы ни вышли. Так, я сейчас скину, типа, одно к одному, то, что у нас я лежит. Сделал лампу, не знаю зачем, но я проверю, как она работает. У нас, короче, теперь огромное количество, мужик, всего просто. Это жесть какая-то. Ну, нас тоже когда-нибудь зарейдит, уж факт, но... Нас уже зарейдили в тот раз. Не, ну там херня. Так, порох у нас. Можно, короче, теперь крафтить патроны, смотри. Можно крафтить порох, крафтится, ага. А, у меня типа не изучено или изучено? Я могу крафтить из железных слитков патроны, но я пока не буду этого делать, потому что у меня вроде как их полно. Да.
Вот так вот, блин, бывает, мужик. Такая жизнь, такая жизнь, такая жизнь вообще. Взяли соседа, чпокнули, блин. Тоже знал. Так, веревки нахер тут вообще делать? Я сюда лучше СМГ-ху скину. Ой. Чё? Я улучшил стену одну до железной. Блин, мужик, не надо так больше делать, пожалуйста. Да, это куча ресурсов будет. У нас пока а вообще 40... было бы неплохо. Да не, ты сделать. Задорочишься, давай ресурсы подкопим. Зачем нам столько? Да. Ну, по сути, у нас сейчас дохрена ресурсов, брат. Да, но это временно, мы потому что сейчас чувака подобрали, можно сказать, вот и все. Зачем тебе прям улучшать целиком сейчас это? Давай после рейда вернемся, да если что, улучшим. Лампы какие-то беспонтовые, да, сильно говно. Не светят. Вообще не светят. Ну, вообще, стены теории можно. Слушай, а посмотри, вот, зайди сейчас в этот, посмотри, сколько часов. Что это, сколько часов? Ну, сколько часов база, да, я сейчас хочу посмотреть прям, насколько... 46 часов. Вот сейчас давай, я хочу железной рудой улучшить сейчас, посмотрим. 46 часов, да, было? Смотрим теперь, сколько. 46 часов также. Также? Подожди. Да. Тогда стопы. Еще раз улучшаю двери сейчас. Ты проверь, я правильно посмотрел, туда посмотрел хоть. 46. Вот пока больше ничего туда не добавляй. Угу. 46. То есть мы можем улучшить все железом сейчас? Давай так сделаем. Раз уж... Окей. А, ты внутренние стены улучшаешь. Да пусть внутренние-то тоже нужны. Нам, наша комната же должна быть. Так. Давай пока улучшай. Не хватает. 32, мужик, тормози. Тормози, все, хватит. У меня железа много, но тормози. Все, теперь 46, когда я добавил железных слитков. То есть видишь, в чем работа, наверное. Ты когда железную делаешь... Да, фундамент у нас теперь каменный. Видишь, его фундамент через шкаф надо улучшать. Так и это нет, ты можешь и вручную каждую подойти улучшить. А, можно, да. Ты вручную каждый фундамент сам улучшал? Да, но, видимо, что-то там пропустил одну, может, какую-то. Это улучшение верстака. Это чтобы мы могли строить большие ящики. Опа. Сколько он делается? Так, о, 20 секунд всего. И сейчас можно сделать, забрать дерево, забрать 50 этих слитков. И сейчас поставить просто большие ящики нахрен вместо этих мелких писюкатых говнарей. А их придется разрушать? Не надо, пусть будут запасные. Так, два ящика сейчас сделаем, поставим, чтобы все там лежало. Так, раз большой ящик. О, нихера они здоровые. Раз, два. Смотри, короче, один ящик. Видишь, сколько в них слотов? И можно имя еще задать. Да, сейчас я переставлю самое ценное в один из них. Там патроны, короче, ресурсы будут, которые возле... Давай, да, пока займись, я потом посмотрю, что в них лежит. 78 часов, говорит. Не знаю, зачем нам кости. Кости. А, кстати, из костей не стрелы случайно изготавливаешь? Слушай, я стрелы вообще не видел. Так, ладно, погнали, короче. Как не видел я... А, в крафте ты имеешь? Да-да-да, в крафте не видел стрелы. У нас, по крайней мере, было много стрел. Да. Три. Так, погнали в Abandoned Factory. Вот этот. А, так у нас арбалет есть. Арбалет есть, там и три стрелы, да. Но я его бросил, не знаю зачем. Ну что, я беру респиратор свой? Да-да, бери-бери, вдруг найдем реально, сразу сходим тогда. Как раз, чувач... Опа! Тут кто-то что-то делает. Это этот опять. Батишка, вот. Батишка, да, тёлочка ещё. И раунд заряженный, блин, как обычно. Бессмертный шахтер, ну, не совсем бессмертный. Ой, сколько у него всякой херни. Да. Вот, кстати, у него отличная древесина. Ну, я, ладно, с собой поношу это. Короче, я не записал, как я убил Батиху с бомбой. Ну, ладно. Оставь мне ящик для квест. А, блин. Костяной шлем забери наверху здесь. Я его не стал лутать. Так а топор ты что не забрал? А я не видел его. Так. Я только шлем показывал. О, нормально. Со шлемом вообще нормальная тема теперь. Четко. Я говорю, мы с тобой сейчас станем просто батями этого сервера. Да, конечно. Потом нас на следующий день просто убивают на нашей базе. И рейдят всю базу. Да, и мы такие просыпаемся пустые. А? Понимаю. Говне. Что там, Life After, да, следующее, знаешь, типа. Вон, кстати, красный. Это такой же, как был до этого? А нет, вроде. По-моему, это что-то похуже. Давай его обойдем. Я не буду трогать. Лучше ботов людей убивать на каких-нибудь базах. Два ящика лежит. Хорош. Ящик с инструментами. А, ну это не с провизией, подожди.
О, мне засчитали что-то. Ящик снабжения, ящик с провизией еще говорят. Еще да? Ящик. А какой он? 5.56, 10 штук патроны. Понимаю. Боевой вертолет появится на острове. На каком? На нашем. Сосновке? Ну сейчас прилетит куда-нибудь, покажет там. Понять бы, чем вот эта энергошахта лутается и для чего она нужна вообще. Угу. Вот он летит. Он над морем пока летит, не знаю, где он остановится. Ты его видишь? Да, на карте слева, сверху. А, вижу, вижу, точно. Слушай, брат, четко. Щетки надо. Что? Так, ящик с инструментами. Деталь, фляга, дубинка. Ну, пойдет. Что-то пока мне на респиратор не везет, кстати. Ну, я так вот, мы за ним и вышли, можно сказать. Так, ну мы на факторке уже практически. Да. О, ковер и шкура, давай. Вертолет сейчас по чайной ложке летает, блин. Ну так специально, чтобы все успели там сориентироваться, да, что сейчас будет. Тут же не тоже, не 5 секунд добегать куда хочешь. Так, единственное, что я тут не знаю, что лутать. Наверное, тут залутан, так... Залутан, кажется, уже все. Да. Я сейчас захожу, нет нигде ничего. Ну видишь, эти города в первую очередь лутаются. Нет, тут комната зеленая заперта, мужик. Зеленая комната заперта, это очень хорошо. Только там. О, там, там чел внутри с оружием в зеленой комнате. Арбалет нашел, брат. Слышишь? Где, где, че, кто? Внутри зеленой комнаты чел с оружием стоит. Подожди. Подожди. Я не вижу его. Да вон он слева, вот глянь. Это человек в итоге спрятанный там, или это бот, который охраняет вопрос. Карта нужна, да, для этой двери? Зеленая карта, но где ее надыбать, я здесь не знаю. Вот тут ящик какой-то лежит. Это с едой, наверное. С провизией, да. Остался ящик снабжения мне чисто. Вот там... О, смотри, тут, тут как раз эти резисторы, а мы же их вообще не взяли с собой, да, резисторы? Как они выглядят? Ну, такие типа шприцов у нас, их 100 штук на базе. Вот их надо заряжать сюда... Вот в эту хрень, генератор, короче. Нужно резисторы сюда загонять. И в это время бежать открывать зеленую комнату. Вот, кстати, зеленая комната, скорее всего, здесь есть. Зеленая карта. Сейчас посмотрим. Если она закрыта, то она, скорее всего, здесь. Вертолет. Он прям над нами сейчас пролетает. В смысле? Вижу, слышу, то есть. Я вот его... Нет, я его не вижу, но слышу тоже. Так, ну карты как бы нет по-прежнему. Почему-то. Хотя, казалось бы, с хера ли ее нет, если никто ничего не открывал. Слушай, мужик! Что? Я понял. Комната закрыта. Там чувак спрятался, потому что у него резисторы закончились. Он комнату открыл, а дверь закрылась. Потому что там нет ни одного ящика. Он просто внутри сидит. И не может выбраться, потому что нужны челы с транзисторами. Понимаю. Нам нужны срочно транзисторы, срочно где-то их надо нарыть. Мы просто валим... Пистолет-пулемет. Это очень хорошо, что ты его нашел. 20 резисторов и респиратор. Резисторы нашел? Да. Нам надо теперь, чтобы один закинул резисторы, а второй его караулил, понял? Я могу закинуть. А тогда мне нужна СМГшка. Я тебе ее дам просто. Так. Давай. Два респиратора, брат. Это хорошо. Брось. И вертолет над нами, походу, завис. А так, подожди. Да, он. Слушай, он прям тут летает над нами. Сейчас, подожди. Панель. Я его не вижу. Я тоже его не вижу. Я только что его видел. Ты готов резистор. Нет, он где-то сверху над нами. Ты готов резисторы вставлять, мужик? Погнали. Скажи, куда? Вот я сейчас скажу. Не помню. Только не вставляй, пока я не скажу, ладно? Не, естественно. Вот сюда, когда я скажу, вставишь. И там, по-моему, надо тоже нажать там что-то начать или не начать, что-то такое. Надо 4 штучки надо. Ну, все вставь, потом заберешь. Хорошо. Ну давай. Так, вставляю. У вас 45. Ты вставь. Оно заработало, нет? Я 5 вставлю. Давай. Так. Пошло. Там чел прыгает у нас. Голый. Пошло у тебя, не пошло? Пошло, но красное до сих пор, красное. Я сейчас еще подставляю. Не, по не. Все слоты подставляю, еще последний слот остался. Не, братан, дело не в этом, верни на место. Все, смотри, все. Так, карточка, короче, красная, забей. Это внутри, наверное, бот стоит.
Я тут чел какой-то на меня напал. После подачи тока на сломанный генератор через резистивный кабель можно с помощью карты войти в комнату. Вот, карты нет, значит. У нас нужна зеленая карта. Я... Тут на меня напал какой-то псина, блин. Я забираю резистор. Да, забирай. Короче, это значит... Тихо. А, все нормально. Так, над нами вертушка, блин. Да я не знаю, что ей надо, блин. Что она должна делать вообще? Вертолет по звуку вообще хрен пойми где. Да, а, кстати. вон, вижу, он сзади, вон он летает. Вижу, да, летает. А в чем прикол? Куда он что сбросит, вопрос? Может его сбивать надо или что? Скоро как-нибудь будет, надеюсь. Да хрен он. Я по нему сейчас шмальну разок. Давай. Я пойду пока карту проверю. А он ему хп 30 отнял, представляешь? Да ладно. Да. Может его сбивать надо все-таки? Погнали, попробуем. Еще 30 хп дал ему. А ты издалека прям херачишь? Ой, по мне кто-то дал. Убегай. Это верт походу был. А сколько у него хп, интересно? Да, он мне дал тоже. Больно, мне тринда сейчас будет, брат. Аккуратно. Ой, как мне больно. Я сейчас тоже умру. Убегай, прячься. Слушай, походу в этом и есть фишка, мужик. Надо убить? Да, его надо убить, но я не знаю, как это сделать, ну нахер их. Наверное, какие-то гранатометы нужны. Че, погнали в радейку какую-нибудь? Подожди, мне надо сначала этот... Скрафтить себе бинтов, блин. Слушай, ну было бы интересно вертолет сбить. Да, но видишь, не этим оружием, походу. Да почему по 30-ке? Тип бежит! Где? Вот, на большой сиське, нет, на большой сиське. Большая сиська. Видишь, куда я забираюсь? Сейчас увижу, потом увижу. Да вот ты уже должен видеть. А, все, вижу, он наверху. Это кипарь какой-то голый. Все равно надо завалить его. Не, он с арбалетом! Так, аккуратно. И с пистолетом! Дал. Что происходит? Что за автонаводка какая-то дурацкая? Мужик, проблемы. Он меня убьет сейчас! Я умер! Я его убил. Я, короче, юзанул свою... Вот вам и кипарь, блин, он меня чуть не убил. Странно, когда я воевал раньше с другими игроками, у меня такого автонаведения не было, которое фактически все только портило. Но повезло, что у меня был вот этот вот стартовый набор, который ревайвит. В любом случае, Громов разобрался с противником и меня бы поднял. После странной встречи с вертолетом и противником, мы решили двинуть дальше, так как у нас уже было два противогаза, и имело смысл сбегать на зараженную зону и посмотреть, что же можно найти там. Сзади чел. Заряженный? Вот. Хорош. Гаси. Да чё хорош-то, блин? Всё. Убил. Нет? А, ты убил. Да, у меня патроны все кончились, блин, теперь. Пятнашка, тесак, у него есть разрывные патроны. Сейчас поделимся. Костяные доспехи! Я с него поднял... А, 15 патронов всего. Нет, патроны я поднял с него, нормально. А, ты поднял патроны все-таки с него? У меня 100 патронов. О, понимаю. А я думаю, тебе надо отдать. Нет. А ты мне скинешь что-нибудь? Мне 100 обычных и 24 разрывных, брат. Сколько тебе надо патронов? Ну, у меня всего 10, чтоб ты понимал. Ну, на полтинник. Да можешь меньше даже дать. И, кстати, с СМГшки очень херовый урод. Так, ты уже зашел или нет? Ну, я вот захожу, да, с тобой. Я сзади тебя. А, все. Так, вблизи нельзя Подожди, вы ушли в радиационную зону, необходимо надеть респиратор. Нормально, все. Так, сзади. О, зомби, отходи. Давай их по возможности не трогать. Вертолет вон, опять? Давай тёлочку убьем. Опять вертолет на нас летит. Реально как танцует стоит. Давай. Всё. Слушай, я, по-моему, с него еще тесак срубил. Он коцанный, его надо починить. Но надо заходить, вот здесь комната, наверное. Она вроде залутана, опять же. О, это хрень. Ага. Слушай, что-то мне подсказывает, что это дверь. А что за какой-то восклицательный знак у меня? Под картой. У меня тоже самое. Так, погнали, слушай. Ты на него нажми, чувак. Ломает вам напольный шкаф. Что? На какой-то хер нам все поломал на базе. Че, пойдем? Погнали? Да, смысл. Давай здесь долутаем туда. В смысле, он пока что ворует все. А?
Он все, что захотел, уже сделал там. Да, ну ладно, похер, что. Ну вот как я и говорю. Полка сломал. Как турель нашел какую-то. У меня места нет. Заберешь? Да. А вот я нашел. Вот тварина, а нафиг он так сделал? Как он сломал, во-первых, потолок? Лампа. Ну вот, видишь, я... О, ну тут нужна карточка. Зеленая, да, она? Да. Видимо, чтобы сюда попасть... Ой, зомби! Да его так можно убить. Ой, сейчас он какой-то... О, дробь номер 12, механический фонарь. Возьми все, что можешь. У меня места нет. Вот... Тварь, конечно, блин. А вот, и, вот, вот это как? Вот, вот это как тут уже? Понимаешь, как защищаться, если у нас была вполне... Как вообще, походу? У нас была отличная, скажем так, база. То есть у нас все отлично. Как защищаться, чтобы тебя не разрушили? Если тут любой чел подходит просто с какой-то залупой и тебя разваливает. Так, рубильник здесь, я открываю, брат. Да нет, ты все равно, нужны резисторы и нужна карточка. А здесь дверь другая, без карты. Да? Ты наверх? Слушай, давай сюда. Да, на второй. Давай. Есть резистор или мне вставить? А, у меня нет резисторов, так они шутя были. Так нет, тут тоже карта. Ну давай, оставляй. Я сейчас штуку 5. Ну нам, скорее всего, хабелла сейчас будет. Давай, так, опа. Открыл. Ой. Тут капец. Слушай, а как потом... А с другой стороны, есть резистор? Да, есть. Стой. Есть? Есть. Нет, этого нет, как его. Есть. А резисторов надолго хватит? Они уже кончились. Понял. Максимум поставил, 50 штук, погнали. Ты поставил 50? Ну, зомбачка. Блин, мне не дали пройти. Надо быстро, чувак, иначе мы здесь застрянем. Я с дубиной буду. Так а что дальше делать? Ты снимаешь? Арбалет, молот, костяные поножи. Ты снимаешь же, да? Да, обязательно. Тут зомбаки. Да, я знаю, блядь, я дерусь с ними. Хорош, я пока лутаться буду. Блин, меня побили жестко. Жестко побили меня. Опять побили. Мы, кажется, уже не выйдем отсюда, или выйдем. Да, думаешь? выйдем. Да, у меня сломалась эта хрень. Карта захвата, как обычно. Да, карта захвата вышла из строя почему-то под конец, поэтому не получилось записать концовочку нашего путешествия. Но на самом деле мы выбрались. Хватило резисторов, мы просто залутали пару ящиков, в которых нашли там турели, всякие оружие, патроны, и вышли на улицу. Успели. Но мы не залутали, естественно, зеленую комнату, фиолетовую комнату, которая оказалась есть в этой лаборатории, так как у нас не было карточек. Но проблема еще состояла в том, что нам разрушили базу, пока мы сюда бегали. И судя по отчетам, это сделали секунд за 12 всего. Ну, то есть, разрушили потолок, ну, сразу же шкаф. Как так быстро удалось человеку проникнуть нам на базу, узнать, где конкретно находится шкаф, я не знаю. Но вот так устроена эта игра. К сожалению, следующий кусок записи у меня вылетел. Ну, в общем, когда мы вернулись к себе домой, базы уже не было. Стоял только какой-то огрызок каменный, и все на этом. Видимо, все-таки, что деревянные базы, что каменные базы, как у нас с прокачанными дверями, это все еще считается какой-то фигней. Хотя ресурсов уж на нее достаточно много. Но не знаю, ребят, будем ли мы продолжать дальше играть в эту игру, потому что если даже при нашем онлайне нашу базу разнесли за 12 секунд, проникли в нее, то что будет, если ты уходишь, например, спать на много часов? Нужно либо жить в этой игре, либо строить там все на максимум с первой же секунды. Но поживем увидим. Вы пишите в комментариях, что вы об этом всем думаете. Хотели ли бы вы продолжение игры Last Island Survival, либо мы уже двинем дальше по другим мобильным выживалкам. Ну а у меня на этом все. С вами, как всегда, был Маломадрес. Увидимся в новом видео. Всем пока.